Едем делать шаурму, погода сегодня крутая, да? Будто лето. Майонеза ждем? Соус делать буду. Охренеть. А блин, они сожжены. Лукошка? Да. Ну все, ребят, сумка уменьшилась в размерах. Мы ее ставим обратно. На наш драндулет. Желудки полные, и как бы ничего не хочется делать. Хочется остаться хочется здесь. Спать. Да, хочется спать. Вот наше кострище, кстати. Дождь нагоняет. Ну или что-то типа такого. Пасмурная погода стала прям. Хочется руки в карманы положить. Реально руки в карман положить хочется. Да. Это было наше место, но, кстати, вообще, мне кажется, лучшее из всех, которые мы видели здесь. Да. Тут и можно где посидеть, сделать, тут и крутой вид на велосипед. Че, поехали? Поехали. Ух!
А?